Так, доброй ночи, уважаемые коллекционеры. Начинаем обзор брейк от коробки MVP Classic. Winter Classic, да. Это у нас 8-9 год. Вот. Сейчас тут номер. Ну, номер тут не особо важен. Так, вот у нас коробка, пакеты. Благодарность отдельно человеку, куда добро вскрыть. Ну ладно, давайте смотреть. Так, там могут карточки попадаться с игроками в одной форме, а, то есть принадлежат другой команде, а в форме в старой. То есть я так называть не буду, буду по этим. Говорится, пока в какой форме на карте изображены. Так что. Так, поехали. Гагнер, Эдмонтон. Шарп, Чикаго. Лупул, Филадельфия. Тангуэй, Калгари. Тейвс, Чикаго. И вот у нас первый новичок. Николс Бэкстрин, Вашингтон. Ой, не новичок, это, пардон. First Line Phenoms. Виноват. Так, далее. И две карты у нас. Winter Classic, Чикаго и Детройт. Тейвс и Челиус. Вот и новичок есть. Ладно, будем подряд тут. Главное, чтобы... Так, Нейл. Оттава. Далее Турка. Даллас. Дели Джонсон, Лос-Анджелес, Нэш. Это у нас Коламбус, Вермит, Оттава, новичок для Тампы, Стив Стемкос. Так, и два Винтера. Хольстрем, Детройт и Сибрук, Чикаго. Так, здесь у нас Жердев, Коламбус, Гончар, Питтсбург, Тим Томас, Бостон, Петер Фосберг, Колорадо, Рафальский, Детройт, новичок у нас Фостер, Торонто, далее Патрик Кен, Винтер и Мариан Хосса, Детройт. Какой-то интересный пакет, толстый. Так, что-то у меня прокладка, наверное. Я уж не помню, есть они прокладки в этом, нет. Да, имеются. Так, Йокинен, Флорида. Шепард, Миннесота. Стал, Питтсбург. Это у нас Джордан, по-моему. Да, Джордан Стал. Далее Мартин Сент-Луис, Тампа. Буриш, Чикаго. Ставочка. Александр Овечкин, ГР-8, как-то так. Вашингтон, понятно. Номер пятый. Ну и Кэмпбелл и Фрэнзен. Детройт, Чикаго. Так,
Хейт, наверное, так, Баффало. Лючич, Бостон. Кларксон, Дэвилс. Вербата, Феникс. Питтсбург. Феномс у нас Сидни Кросби. Далее Рафальски, Детройт и Хайт, Чикаго. Так, Кол, наверное, так, Каролина, Альфредсон, Оттава, Рибьера, Даллас, Крис Друри, Рейнджерс, Кеслер, Ванкувер. Новичок у нас Пелетайр, наверное, как-то так, Бостон. Далее Линдстром и Стадион. Так, Стилман, Оттава, Брадо, Дэвилс, Вольски, Колорадо, Антропов, Торонто, Моррисон, Ванкувер, Новичок, Лос-Анджелес, Моллер. Далее у нас Бюфлегин, Чикаго, да, и Зеттенберг, Детройт. Толстый пакет у нас. Далее Убрин, наверное, так. Тампа. Парос, Анахайм. Лапери, наверное, так, Колорадо. Богарт, Миннесота. Калин, Тампа, Каролина, вставка. Далее Александр Овечкин у нас здесь. Вот такой вот. Под номером 7. Ну и здесь Тейс и Челиус. Вроде были они уже. Но тут вроде с коробки можно два этих набрать. Два сета полных. И еще россыпь остается. Угу. Так, Хенрик Седин, Ванкувер, Рейгер, Калгари, Элиаш, Дэвилс, Годдард, Калгари, Миллер, Баффало, Новичок, Моле, наверное, так, для Айлендерс, и здесь у нас Патрик Кен и Мариан Хосса, Детройт, Чикаго. Так, Дагвайт, Анахайм. Ну, вот, как я говорил, Айлендерс принадлежит, так-то я заметил. Так, Паризе, Дэвилс, Хара, Бостон, Латендерс, наверное, так. Ну да, Монреаль, далее Кампали, Айлендерс. Под серией у нас Маркет Бивалор, Сергей Федоров, Вашингтон. Так, Кэмпбелл и Фрейзен. Чикаго, Даллас. Ой, Детройт, извиняюсь. Тоже были уже. Так, здесь у нас Джовановский, Феникс, Берон,
Филадельфия, Дэнни Хитли, Оттава, Билл Гирин, Айлендерс, Фрейзен, Детройт, Маркет, Билл Вайлер, это у нас Мартин Брадо, Дэвилс, и здесь у нас Кросби, Винтер Классик и Дункан Кейт, Чикаго. Новичок. Так. Бочер, наверное, так. Даллас. Павилски. Сан-Хосе. Вейбер. Нэшвилл. Дэниел Сидин. Ванкувер. Винник. Это у нас Феникс. Винчестер. Для Оттавы новичок. Далее. Бефлигин опять. И Зеттенберг. Детройт. Чикаго. Так, здесь у нас Сергей Костицын, Монреаль, Ла Барбера, Лос-Анджелес, Эрик Стал, Каролина, Майк Мадана, Даллас, Бероуз, Ванкувер, Фирст Лайн Феномс, это у нас Габорик, Миннесота, далее опять Сидни Кросби, Винтер Классик и Дункан Кейт, Чикаго. Так, здесь у нас Гарон, Эдмонтон, Вишневский, Чикаго, Хиггинс, Монреаль, Малкин, Питтсбург, Гербер, Оттава, новичок у нас Гринтре, наверное, как-то так, Филадельфия, и Чикаго, и, значит, Бифельгин опять из Эттенберг, Чикаго, Детройт. Так, тут у нас очередной Павел Дацук, Детройт, это у нас Хенсик, наверное, так, Колорадо, Плеканец, Монреаль, Валкер, Каролина, Макдональд, Сент-Луис, Мойл опять был уже новичок, Айлендерс, ну и Дацук и Патрик Шарп. Детройт, Чикаго. Вставка. Так, здесь у нас Мейсон, Нэшвилл, Линдстрем, Детройт, Энстром, Атланта. Далее Мика Койва, Миннесота, Штурм, Бостон, Вставка. И здесь у нас Магнифицент, наверное, так, 7, это Каролина. И это у нас там 2006 год, Кэмвард, Каролина. Так, ну и здесь опять Сидни Кросби и Дункан Кейт, Чикаго и Классик Винтер. Так, здесь у нас Нарена, Коламбус, Степняк, Сент-Луис, Виктор Козлов, Вашингтон, Арнольд, Нэшвилл, Марков, Монреаль, новичок, Мармина, наверное, так, для Каролины. Далее Дацук.
и Патрик Шарп, Чикаго и Детройт. Что у нас там есть еще время-то? Так, здесь у нас Шнайдер, Анахайм, Брызгалов, как его зовут-то? Феникс, Кубина, Торонто, Маркстал, Рейнджерс, Колтон Ор, Рейнджерс. Здесь у нас Маркет, Би, Валлер, Вейлор, Джосакик, Колорадо. Добилось Вейлора. Здесь у нас Озгуд и Хавлот, Чикаго и Детройт. Так, 5 пакетов. Будет, не знаю, автограф или джерси какая. Было бы интересно. Автограф вроде доводилось доставать, а вот джерси. Так, Вильямс, Каролина, Саварт, Бостон, Хадлер, Детройт, Брюнет, Колорадо, Пол Кария, Сент-Луис, Фирст Лайн Фенемс, это Зак Паризе, это у нас Дэвилс, далее Озгуд и Хавлот, Чикаго и Детройт. Так, а вот наоборот, вот еще 4, вот 5-й пакет как раз до окончания. Ну да, наверное, ставка тут. Так, здесь у нас Боумистер, Флорида, Бефлигин, Чикаго, Саку Койва, Монреаль, Картер, Филадельфия, Джейсон Вильямс, Чикаго, вставка. Здесь у нас, это же Уэйн Грецки, Лос-Анджелес, 93-й год. 29-5-93. Венгрецкий Лос-Анджелес Кингс. Поздравляю, интересная карта. Так, здесь у нас Озгуд и Хавлот. Чикаго, Детройт. Так, что у нас тут? Минут 6 осталось. Так, Ваулет, наверное, так, Рейнджерс, Акоун, Акуин, ну, как-то, в общем, Калгари, Флери, Питтсбург, Лангкоу, Калгари, далее Мариан Хосса, Питтсбург, новичок у нас Леписто для Вашингтона, да, у нас получается, да, Вашингтон. Далее Дацук и Шарп. Чикаго, Детройт. Так, здесь у нас Будай, Колорадо, Лехтонен, Оттава. Ой, Оттава. Атланта, Ютатау, что-то я тоже заговорился. Мюррей, Сан-Хосе, Мэдден, Дэвилс, Рассел, Коламбус, новичок для Торонто, Фрогнер, наверное, так, Фрогрен, ну, как-то так, да. Далее Хольстрем и Сибрук, да, Сибрук. Чикаго, Детройт. Так, 2 пакета. Не знаю, успею там заобзорить, не успею, но как получится. Так, тут у нас, значит, Гетслов, Анахайм, Кэмпбелл, Сан-Хосе, Вакоун, Флорида, Лековалье, Тампа, Дубинский, Рейнджерс. Так, Маркет, Дэд, Валлер, Петер Фосберг, Колорадо, да, Рафальский и Хайт. Чикаго, Детройт. Ну и последний пакет. Не знаю, попадет, что не попадет.
новичок. Здесь у нас Джосаки Колорадо, Хавлот Чикаго, Тлисти, наверное, так, Торонто, Эрот Нэшвилл, Копитер Лос-Анджелес, новичок для Далласа Фистрик или Фистрич, наверное, как-то так. Ну и здесь у нас Линдстром и стадион. Так, ну давайте посмотрим, если так по времени, сколько уложим, 3 минуты еще можно. Так, новички у нас Даллас, Торонто, Вашингтон, Каролина, Айлендерс, Филадельфия, Оттава, Айлендерс, Лос-Анджелес, Бостон, Торонто и Тампа. Так, далее у нас Феномсы, Девилс, Миннесота, Питтсбург и Вашингтон. Так, два Овечкиных у нас вот такого типа. Далее Вейлор у нас Колорадо, Колорадо, Вашингтон, Сергей Федоров и Мартин Брадо Дэвилс, Нью-Джерси. Ну, две таких вот карты. Кэмвард, Манифицент, как-то так, и Уэйн Грецки. Так, ну вроде бы все. Все, всем спасибо за обзор. Ну, для рекламы вот поставил блок по OPC 19-20. Приглашаю желающих. Все, всем спасибо.